Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить с индикаторами уровней поддержки и сопротивления для MetaTrader 4, которые вы можете использовать в торговле бинарными опционами. Нередко у всех трейдеров бинарными опционами, даже опытных, случаются ситуации, когда при открытии сделки цена резко разворачивается, уходит в другую сторону, принося убыток. Чтобы максимально избегать таких ситуаций, существует множество способов, один из которых – индикаторы уровней поддержки и сопротивления. Такие индикаторы автоматически помещают на график уровни или зоны, которые с наибольшей вероятностью в будущем будут отработаны ценой, то есть цена будет отбиваться от таких уровней. В этом видео рассмотрим все, что связано с такими уровнями. Если говорить простыми словами, то поддержкой и сопротивлением считается уровень цен, который в будущем имеет максимальную возможность остановить рост или падение торгового актива. Например, обратите внимание, как видно на графике, в тех местах, которые отмечены, цена, скорее всего, остановится и будет разворот. Возникают такие уровни поддержки и сопротивления не просто так, и причин, почему уровни работают на любых рынках и на любых торговых активах, несколько. Во-первых, многие трейдеры поставили свои лимитные ордера на таком уровне цен. Во-вторых, так называемые крупные игроки, банки, хедж-фонды и тому подобное удерживают цену на каком-либо уровне. В-третьих, нет желающих покупать на уровне сопротивления или продавать на уровне поддержки. Определять уровни и зоны, на которых цена будет разворачиваться, несложно, но для новичков это может быть на начальном этапе проблемой. Мы подготовили ряд самых полезных и функциональных уровневых индикаторов, которые сможет с легкостью использовать даже начинающий трейдер бинарными опционами. Каждый индикатор вы можете скачать с нашего сайта абсолютно бесплатно по ссылке, которая будет в описании к этому видео. А устанавливаются индикаторы в терминал MetaTrader 4 стандартно. Для тех, кто не знает, как устанавливать индикаторы в терминал MetaTrader 4, сейчас в верхнем правом углу экрана появится ссылка на обучающее видео. Итак, индикатор Supply and Demand. Индикатор зон спроса и предложения пользуется популярностью у более опытных трейдеров бинарными опционами, которые имеют опыт работы с разными рынками. Данный индикатор отмечает уровни по экстремумам цен, которые в будущем очень хорошо обрабатываются. Что такое экстремумы? Простыми словами. Каждый тренд сопровождается ценовыми скачками, которые иначе называются экстремумами. Правильно анализируя ценовые скачки, экстремумы, можно достаточно точно определить тренд, господствующий на рынке. При использовании индикатора Supply and Demand можно настроить цвета зон спроса предложения, выбрать удобный цвет для комфортной торговли. Сейчас вы видите на экране, как можно изменить цвет и насколько это может быть комфортно и удобно. Удаление зон при пробитии их ценой. Временной диапазон, за который будут строиться зоны. Ценовые отметки рядом с зонами, а именно размер шрифта, отображение цены. Давайте поторгуем с помощью этого индикатора. Таймфрейм 1 минута, экспирация 3 свечи. Индикатор SS Support and Resistance. Этот индикатор очень похож на предыдущий, но в нем есть намного больше настроек, что делает его более гибким. Кроме этого, в нем есть пометки, которые подскажут трейдеру, насколько данный уровень силен или слаб. Настроить можно максимальное количество баров для построения уровней, таймфрейм, на котором будут строиться уровни, цвета зон, которые подразделяются на слабые и сильные, 10 видов зон, ширину уровней, информацию об уровнях, слабые, сильные, пробитые и так далее, звуковые сообщения, сигнализирующие о касании ценой уровня. Давайте поторгуем с помощью этого индикатора. Таймфрейм 1 минута, экспирация 3 свечи.
индикатор KG Support and Resistance. Данный индикатор строит уровни поддержки и сопротивления по всем экстремумам, как основным, так и вторичным. Сила уровней отличается по цветам и длинам линий. Желтые уровни считаются самыми слабыми, а красные – самыми сильными. Такой индикатор подойдет любителям скальпинга, так как отмечает все возможные уровни. В настройках данного индикатора поменять можно только цвета для комфортной торговли. Давайте поторгуем с помощью этого индикатора. Таймфрейм 1 минута, экспирация 3 свечи. Индикатор MTF Resistance and Support. Отличие этого индикатора от предыдущего в том, что он может строить уровни по трем таймфреймам одновременно, что делает анализ более глубоким. Алгоритм построения уровней используется такой же. Настроить можно отображение информации об уровнях, автоматическое построение уровней, отображение уровней с трех таймфреймов. Выбрать удобный цвет для комфортной торговли. Давайте поторгуем с помощью этого индикатора. Таймфрейм 1 минута, экспирация 3 свечи. Индикатор Zone. Кроме стандартного расчета уровней поддержки и сопротивления, данный индикатор имеет возможность добавлять в расчет собственный алгоритм, который делает построение зон более точным. Настроить можно таймфрейм, используемый для построения уровней, то есть, к примеру, на графике M5 можно отображать уровни с H1, максимальное количество баров для построения уровней, цвета уровней, ширину и вид прямоугольников, сдвиг уровней. Давайте поторгуем с помощью этого индикатора. Таймфрейм 1 минута, экспирация 3 свечи. Индикатор Power Dynamite Areas. Алгоритм индикатора построен на силе пивот уровней, заданном количестве баров и разнице в пунктах между уровнями торгового актива. Данный индикатор хорошо отмечает уровни, которые цена отрабатывает как минимум один раз в будущем. Настроить можно силу уровней, количество баров, по которым будут строиться уровни, разницу в пунктах, количество уровней. Давайте поторгуем с помощью этого индикатора. Таймфрейм 1 минута, экспирация 3 свечи. Индикатор PZ Pivot Points.
Этот индикатор строит стандартный пивот уровней по классической формуле, которую вы можете найти в сети и при желании построить также уровни самостоятельно. Настроить можно таймфрейм для построения уровней, цвета для комфортной торговли. Давайте поторгуем с помощью этого индикатора. Таймфрейм 1 минута, экспирация 3 свечи. Индикатор Murray Mass. Алгоритм работы индикатора построен на теории Вильяма Ганна. Если объяснить простыми словами, то индикатор строит уровни по определенному не меняющемуся алгоритму, основанному на времени и цене. В итоге индикатор строит 8 основных уровней и 4 дополнительных. Настроить можно диапазон цен, диапазон времени. Давайте поторгуем с помощью этого индикатора. Таймфрейм 1 минута, экспирация 3 свечи. Индикатор FIBA Machine Pro. Алгоритм данного индикатора построен на идее числового ряда Fibonacci, но вместо построения всех уровней, которые чаще запутывают, строятся только самые актуальные. Кроме этого, все уровни обозначаются, исходя из их смысла. Для форекс-трейдеров также указаны уровни стоп-лосса и тейк-профита. И дополнительно ко всему, в данном индикаторе присутствует инфопанель, на которой выведена такая информация. Актуальный тренд на данный момент, сила тренда, время до конца текущей свечи, текущее время суток. Настроить можно отображение инфопанели, расположение инфопанели, звуковые оповещения. Давайте поторгуем с помощью этого индикатора. Таймфрейм 1 минута, экспирация 3 свечи. Заключение. Как можно видеть, сегодня не обязательно строить уровни поддержки и сопротивления вручную. С этой работой прекрасно могут справиться индикаторы для бинарных опционов. Остается лишь выбрать тот, который подходит под ваш опыт и стиль торговли. Не забывайте, что любые торговые идеи лучше сначала протестировать на демо-счете. И никогда не забывайте про правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, которые всегда помогут уберечь ваш депозит. В каждом видео мы предостерегаем, торгуйте только через проверенных брокеров бинарных опционов. Рейтинг лучших и надежных брокеров бинарных опционов регулярно обновляется на нашем сайте. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. Напишите в комментариях к этому видео, какой индикатор для построения уровней поддержки и сопротивления вам больше понравился. А также подпишитесь на наш канал WIN Option Signals, чтобы не пропустить интересное и полезное видео. Спасибо за внимание, успешной торговли!